Итак, друзья, сегодня я вам представляю вот такой советский радиоприемник, выпускавшийся Минским радиозаводом «Океан-205». Внешний вид приемника, как видите, достаточно потертый, но все на месте, шпон целый, без трещин, без отслоений. И даже родной паспорт есть. Вот можете сверить номера. Но сразу скажу, что в кабинете, где он работал, практически все курили, и корпус достаточно прокурен. Вот я для примера спиртом стер слой никотина. Видите, с половинки антенны стер, с уголков корпуса. То есть все это восстанавливаемое. Только для этого я стер эти вещи. Океан 205. Проверочка от сети. Так, диапазон УКВ. Будут выявлять сочинением с помощью САПТА. Вот плавим в текущий час, но и хотелось бы еще вот о чем вам сказать, что громкость не трещит. От коронавируса за сутки с начала пандемии скончались 828 тоже. Человек. Сегодня. Второй тембр тоже. То есть сегодня, еще раз повторяю, вдруг вы как-то наконец. Еще один канал. Их. О его собственном, о нашем третий пути ко канал. Господу. Мы... В общем, три программы ловит на УКВ. Так, сколько там, 18 что ли? Так, антенну до конца выдвигаем. Ну, первый барабан трещит, чистить надо. Что-то фонит от КВ-3 или КВ-5, КВ-3, КВ-2. Ничего. КВ-1. Вот КВ-1 есть. КВ-1, два канала, третий канал, четвертый, пятый канал, шестой, седьмой, восьмой, девятый. КВ-1, 9 каналов поймал. Ну и УКВ еще раз. Очень выросло. Один. Также высоко экспертов. Вот еще такие. Два.
ТИ. И в Духе Святом 4. Видит все народы на земле. И подобно Сыну вот Своему такой вот все жалеют и милуют. Отключаем. Антенку убираем. Вот его паспорт. Вот его номер. Сейчас я вам номер покажу его. Значит, вот номер. Вот теперь смотрим номер в паспорте. Вот номера в паспорте вписаны. Вот он. 809-272 или 609-608. Итак, друзья, в тот раз мы ранним вечером проверяли работу приемника ЭКН-205. Сейчас проверим в 21:30. Включаем. Так, начинаем с УКВ. Первая радиостанция. Вторая. Третья. То есть, вот, например, Бакирини. Четвертая. Квинтет. Так. Так, ДВ. Длинные волны. Так, вот, длинные волны. На длинных ничего. Средние. На средних тишина тоже. Так, это КВ-5, похоже, да? Да, КВ-5. КВ-4. КВ-4 тоже тишина. КВ-3. КВ-3. Эх, пропал контакт питания. Вот. Вот два, второй на КВ-3. Третий. КВ-2. Вот один канал. Второй. Beyond this veil of tears, I shall swell the song of worship. Пятый. Шестой.
седьмой. Восьмой. Девятый. Так, на КВ-2 9 каналов. КВ-1. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Четыре канала. И опять УКВ. Авторадио. Обратились к музыке Матиса де Плюси. Вот и вся проверочка. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.